доме. Только я и Ипполит, мы бутылочку откроем, оливье уже стоит. Ах, скоро милый прибежит. Я мамашка, разведенка, ох, судьба моя горька. Я живу одна с девчонкой, 10 лет без мужика. Ну какая же тоска! Кстати, нужно, чтобы дочка срочно из дому ушла. Дочка, надо одеваться. Мать, ты чё там, -20? Слушай, ты, хорош трепаться. Ну-ка, встала и... пошла. На 30 верст холода да вьюга, мать, у тебя с головою туго. Молчи, ничего не говори, все это пустяк. Ты отправляйся к бабуле срочно. Да это ж в Бутово, это ж ночью. Молчи, ничего не говори. А вдруг там маньяк?